Якутске произошла крупная авария с участием трех автомобилей. Четверо пострадавших доставлены в столичные больницы. ДТП произошло сегодня в районе 8 часов утра на третьем километре Вилюйского тракта. По данным сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Town Ice выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota Passo и Toyota Town Ice Noah, который после удара съехал с дороги в кювет. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. В результате ДТП 4 участника происшествия бригадами скорой помощи доставлены в медицинские учреждения столицы. Причины и другие данные по факту происшедшего дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На данный момент известно, что все водители были трезвы. Госавтоинспекция города Якутска напоминает всем водителям, что в условиях гололеда необходимо соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию, избегать резких маневров, быть особенно внимательными и аккуратными на перекрестках, вблизи пешеходных переходов, детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. Помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.